Всем привет, сегодня с вами я, Лорд, и мы продолжаем. Третья часть. Поехали. Так. Куда нам надо? В прошлой серии у нас появился шлепок и ядро. Теперь у нас появится гумангозавр и шокров. Поехали. Не-не! Кевин? Он не летает, как прошлый. А, нет, летает, показывай. Ядро, ядро, я хочу ядро испробовать. Давай, ударь меня. Хотя ладно, дыщи. На. Вот это удар. Ой, ядро сильный. А все? Вы что, издеваетесь? Начало серии сразу ДНК, ладно. Гумангозавр открыт. Нормально. Мы посмотрим на способность. Ага. О, типа звуковые волны, нормально. И хвостом, ладно. Пещера, а, да, я правильно. Эк, да. Так, превратиться в ядро, хорошо. Сломать стену. Хорошо, только где? Так, стопы. Там. Тут тропинка есть. Я пойду по тропинке. Кстати, это как мечи. Прикольно. Опа. Нашел. На. Да, сломал. Сломать кристаллы. Так, где они? А, понял. А. Ну и последний, да? Какой вы выбрали? Вот этот, блин. Классно. А че это было? Опа, новая ДНК. У нас почти все Так, окей, пошлите. Надо выбраться отсюда, только как. Кстати, у меня есть выбор. Разрывная! А электричество. В смысле? Опа.
Нет, не понял. Правильно. Так. Открыл правильно. Добрый вечер, мистер робот. Подожди. Ты ж добрый, ты не должен нападать. Ты лицо доброе. Вот тут еще есть. Хорошо. Да, оказывается, я был прав, так. Опа. О, да, новый пришелец. На этом моя серия заканчивается. Всем удачи, всем пока!